Все на лыжи. В курортном поселке Домбай прошла школа горнолыжных видов спорта «Снежный десант». К урокам допускались только при наличии QR-кода, вакцинации или ПЦР-теста. Перед практическими занятиями ребята прошли теоретическую подготовку, познакомились с историей горнолыжного спорта и основными элементами экипировки. На практике они осваивали навыки владения горными лыжами и сноубордом. Цель проекта – повысить вовлеченность студентов вузов и СУЗов Карачаево-Черкесии в организацию турсервиса, привлечь к развитию студенческого туризма в республике. В первую очередь это обучение и по горнолыжке, и по сноуборду. Вот. У нас есть как три уровня, скажем так. Это первое, это те, кто вообще не умеют кататься. Они, с ними будут заниматься профессиональные инструктора. Вторые, это те, кто более-менее катаются на лыжах. Вот. С ними тоже будут и будут повышать их уровень катания. И те, кто уже более нормально катается, то есть стоит на горных лыжах и на сноуборде. Вот, они уже будут кататься на свое усмотрение, выбирать трассы по, скажем так, по своему желанию и кататься в свое удовольствие.